Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дориди, добро пожаловать в игрушку Tactic Wars. Ну что ж, первый взгляд от Дориди. Я в нее играл раньше, но давайте еще раз поиграем, вспомним былое. Хотя я не так уж давно и играл. Так, ну немножечко подзабыл, что у нас тут такое. Угу, что-то такое интересное. Алло? Какая-то прокачка непонятная. Они пытаются мне... А, я себе подкрепляю. Нифига себе. Из кустов кто-то вылазит, пытается меня убить. Но я это сделал. Я прошел. Так, что такое? Типа, сколько я продержусь? Я продержался, да? Я бро. В смысле поражения. Я думал, я продержался. Не знаю, что это было. Что у нас тут такое? Тут что-то новое. Можно прокачивать, да? А, подтвердите... Подтверждение, отлично. За какое-то задание мы с вами выиграли. Окей. Отлично, у меня скоро 9 левел. Давайте уже атаку, да. Атаковать, у вас закончились ключи. То есть вы не можете открыть сундуки, получите ежедневные квесты. Так, ключи я получил. Подожди, а кого мне атаковать-то? Я уже забыл, как тут играть. За какую команду я играю? За зеленых, что ли? А, зеленые выигрывают? Зеленые намного выигрывают, да? Я так понимаю. Осталось времени. Да, блин, где я играю? А, значительно возрастают шансы на золотую или платиновую карточку. Так, прикольно. Я могу на кого-то напасть. Давайте на красных нападем. Добьем красных. Вот он, самолет. Так, вон мои... Герои выпали. А я буду за зеленых, да, играть? А, малыш. Я могу кого-то поставить, да? Еще. Ну ладно, бой. Окей. Вот он сам бой. Я реально правда забыл, как играть. Надеюсь, ты мне лайком поддержишь, подпишешься на канал. Сейчас разберемся. Так, вот, я иду. Все, я понял, нам нужно ходить. Ходим, 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 ходим. Так, кто там? Первые враги. Отлично. Давай, ребята, давайте. Победили, отличненько. Отличненько. Давайте нижних зачистим. Отлично. Так, у меня во главе самый сильный. Тут бомбы, блин. Тут дофига минок. Нужно правильно обойти. Чуть-чуть сюда. Так, самое главное главаря убить. Тут слишком много мин у него. Давайте захватим. Так, надо правильно расположить войско наше. Да как? Сначала давайте вот этих убьем. Верхних и нижних. Сделайте это, ребят, сделайте. Так, есть, есть. Теперь сюда. Так вас станем. Отлично. Так, теперь так станем. Давайте, ладно, еще возьмем войско. Их слишком много. Слушай, неплохо мы отбиваемся, нормально. Куда, 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 куда? Нифига себе. Чуть не проиграл. Так, стоим, стоим до последнего. Отличненько. Так, делаем такую линию прямую. И попробуем пройти. Воу-воу-воу-воу-воу. Отступаем, отступаем. Вверх, вверх. Надо верхний убить. Центр, центр, центр. Так, низ. Низ, затаскивайте низ быстрее. Да что ты будешь делать-то? Их слишком много. Так, подкрепление. Прибыло. Давайте, ребята, давайте. Так, давайте вот... О, можно восьмеркой встать? Давайте пробуем восьмеркой встать. Так, вот на восьмерочка с 8 марта. Блин, нет. Не очень хорошо, не очень хорошая идея. Нужно такой крюк сделать. Смысл, чтобы... Так. И теперь, делаем вот так, наверное. Нам надо главного лидера убить.
Захватываем. Так, ну все, в принципе, мы тут расставились, да, я так понимаю. Нет, давайте вот такой какой-нибудь круг сделаем. Они тут неплохо стояли. Так. Отлично, убили лидера. Пополним. Нифига себе. Слушай, их что-то сильно много. Ну, я выигрываю. Так, давайте вот так станем. Неплохо. Сколько наших уже? Ух ты ж, нифига себе. Нападайте, ребят, нападайте. Подкрепление, подкрепление. Они чуть не захватили базу. Нифига себе. Да почему их так много-то? Их реально просто куча. Что мне делать? А, надо отбиваться. Надо отбиваться, ребят. Что-то новое дали мне. Подкрепление. Фу, мы победили. Слушай, ну это было нелегко. Но мы это сделали. Все-таки опыт. Полностью, да, мы с вами победили. Отличненько. Ссылочку на игру я оставлю под видео, под описанием, ребятки. 500 лайков и будет продолжение. 10 ключей. У вас закончились ключи, блин. Я так хотел открыть. Почему у меня нет ключей? Чуваки, ну я хочу открыть это. Собираем золото и уходим. Прикольно. Пришел, увидел, победил. Так, нам что-то еще дали, по-моему, дают, да? Ага, 75. Тут 50, 25 опыта. Нифига себе, нехило. Итого у меня сколько? 9 левел. Вау, ребят, у нас 9 левел. Отлично. Так, тут тоже что-то у нас. Получить ключ. Внимание, противник могут похитить ваши монеты. Не забывайте вовремя их собирать. А, вон они, монеты мои. Прикольненько. Так. Поражение, поражение. Что это такое? Так, что у нас здесь такое? Можно улучшать, да? Какие-то характеристики. Заново активируйте плиты. А, башни, танки. Это кто такие? Мины, гейзеры. Разблокировать. Разблокировать. Что такое? А, роя землю, ваши пигменты натолкнутся на гейзер краски. Типа я что-то улучшил, да? Повышает скорость извержения гейзера. Разблокировал. А, это все у меня улучшено, да? Я не знаю, я улучшил. Ладно, пофиг. Сейчас мы заберем еще награду. Отличненько, наградка есть. Слушайте, мне понравилась игра. Что-то новое нам дали. А, вот мины, вот они, гейзеры. Гейзеры можно покупать. Но у меня денег нет, вот в чем прикол. За 50 самоцветов, за самоцветы можно покупать золото, да? У меня 2 самоцвета. Нифига себе, мне надо 50 самоцветов, офигеть. Угу, пакет золота. Пропаганда. 6 монеток мы заработали. Ладно, пофиг. Хотя бы так. Так, тут, я так понимаю, что-то можно покупать, да? Какие-то бусты-ускорители. Ну, не знаю, ребят. 1000 лайков, я сделал донат. Так, а что тут что-то заблокировано, да, у нас? Следующая атака. Мы пока что побеждаем по всем параметрам. Вот фиолетовых очень сложно будет победить. Я так понимаю, я играю за зеленых. Это круто. Зеленые и фиолетовые самые крутые. Так, давайте нападем на желтых. Да, на желтых нападем? Давайте нападем. Посмотрим, отобьются ли они или нет. Я так понимаю, на наших тоже могут напасть. Этот чувак неплохой. Тут еще какие-то есть непонятные чуваки. Это еще не куплен, да, у меня? Блин, у меня только один есть. Давайте заменим его. Малыш Гатлинг защищает стратегические точки от набегов противников, но не так хорош, как папа.
В общем, в бой. Неплохой чувак, его, наверное, надо прокачивать. Итак, в принципе, я готов. Смотрим. Так, пошли, 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 пошли. Аккуратненько, тут снег какой-то идет или что это такое? Так, затащили. Затащили. Затащили, отлично. Почти справились. Неплохо. Ух ты, вот эти кто такие? Отступаем. У них нету лидера, блин. Они меня заметили, ребята, что делать? Надо их отбить. Неплохо. Блин, мои уже немножко покосячены. У них не было лидера, это хорошо. Почему? Ну, в смысле, это же плохо для нас. Плохо. Так, отлично, так. Кто это такие? У них пушки есть. Чувак, отступай. На... Блин, нашего похитили. Нашего главаря похитили, офигеть. Блин, что такое? Как я отобьюсь от них? Это сложно. Так, короче, надо на краю стоять. Печально, что босс погиб наш. Он был очень тактически полезен. Нужен короб сделать. А, мы типа победили, да? Да можете убить. Я убил, а что толку? Нас разбили просто. Растоптали. Я не знаю, справились я или нет. Блин. Поддержка. Отлично, у нас есть поддержка. Не знаю, справимся мы или нет. О, это будет нелегко. У них башни были хорошие. И очень хорошо расставлены, правильно. Так, теперь надо от набегов защищаться. Так, ставим. Тактически нужно стоять. Тактически правильно подкованным. Так, немножко с этой. Немножко выйдем. Отлично, выходим. Зачистка. Глобальная. Отлично. Собираем отряды. Наступаем. Наступаем на этих. Теперь на этих. Так, подмога, поддержка. Блин, короче, в круг. Стоим в круг. Офигеть. Нужно наступать. Теперь на этих. Отлично. Фу, ребят, победа, да? Офигеть. Я думал, я нифига не победю. Салют в честь меня. Так, нормально. Блин, я бы открыл, но я не могу. Печально, конечно, это все. Фу, окей. Типа возвращаемся домой, да? Хорошо. В общем, таки такая вот игра, довольно-таки неплохая. Если вам понравится, будет очень здорово. Если бы игра по 100 тысяч просмотров хотя бы набирала, я бы делал часто бы донатики. А, блин, золото, золото, золото. Важная единица, надо забрать. Так, что у нас по заданию? Что это такое? Монетки? Нифига себе. Неплохо. За задание неплохо дают монетки. Так, тут я не знаю, что смотреть. Что у нас тут такое? Какая-то карточка. У нас новая карточка, отличненько.
Так, что у нас по прокачке? На 17 уровне будет доступно. Купить этот элемент, разведчик, новичок. За 30. Я купил, да, типа? Так, ладно. По крафту. Так, это башни. Босс какой-то. Так. Поддержка. Разведчики. Может быть, разведчиков прокачать? Небольшие курсы разведчиков. Я не могу прокачать. Пока что не прокачивается курс разведчика. Так, новый появился. Я могу его поставить или что куда-то? Типа на территорию, да, можно ставить? По бокам. Сюда можно мины поставить. А, это моя база, я понял. Давайте гейзер поставим. Нужно поставить пушку. Это должно остановить их. Я надеюсь, что остановит. Зачем туда мне мины ставить? Так, подожди. Если я беру, сколько у меня еще единиц осталось? Что там такое? Ой, еще 250 опыта, отлично. Так, у меня 90, у меня еще 25. За 25 надо кого-то поставить. Ну, я гейзер выбрал, да? Ну, придется человечка ставить. Тут уже ничего не сделаешь. Типа, можно добавить, да? Блин. Можно большие армии делать, которых фиг отобьются. Это что такое, я не понял. Типа, я защищаюсь? Против кого я играю? Это проверка какая-то? Проверка базы? А, проверка своей базы, да? Так, это реально проверка моей базы. Блин, идеально можно легко пройти новую базу. А, нет. Ну окей, давайте на этом... Это я не проиграл, я просто проиграл свою базу. Это хорошо, что я проиграл. Наоборот, значит, врагу будет сложно пройти. В общем, с вами был Долиди. Всем до скорого. Пока-пока, еще увидимся.